вы на канале «Обо всем Че». Выбрались с мужем в лес. Посмотрите, какой осенний лес, как он прекрасен. Ребят, едем сейчас за мхом для улиток. Ну и, соответственно, просто решили прогуляться. У нас сейчас потепление, градусов 8. Вот, и ну, у меня мох есть, в принципе, в запасе, но он не очень хорошего качества. Вот. И я решила все-таки набрать еще свежего мха. Сейчас на нашем пути вот такое вот дерево. Не знаю, муж думает, как его объезжать. Место, собственно, мы на болоте находимся сейчас, и я буду собирать вот такой вот чудеснейший красивый мох. Вот еще, собственно, есть. Вот будем собирать все это в большой пакет. Вот все это вам потом покажу, сколько мы набрали, и зеленого тоже сфагнума наберем. Так что вот так вот, такой вот вид. Ну реально там прям болото вообще. Прикольный мох. Ладно, ребят, буду собирать. В итоге потом покажу, сколько насобирали. Еще увидимся. Нажать не могу. Одной рукой нажать. Муж убегает из пакета. Ой, смешно. Вот. Почти пол пакета набрали. Большого такого. Вот, видите? Видите, вон он бегает. С моим пакетом мха. Ой, смешно. Вон, видите, побежал. Фу. Сейчас едем домой. Вот. Ну, соответственно, я его пересыплю куда-нибудь. И все. Вон, целый пакетище почти. Ладно, ребят, еще увидимся. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Всем пока!